В малом зале Art Play 10 и 11 ноября прошел семейный фестиваль Love Bazaar. В этом году ему исполнилось 5 лет. На 2 дня территория дизайн-завода перевоплотилась в вечеринку с огромным количеством фотозон, а также с лучшей ярмаркой для всей семьи. В фестивале участвовали более сотни различных брендов и магазинов. На первом этаже организаторы устроили фудкорт, где были представлены не только обычные рестораны, но и милые кафе с меню для маленьких гостей. На главной сцене каждый час проводились розыгрыши ценных призов. Там же была представлена увлекательная шоу-программа для юных посетителей. Аниматоры играли с детьми, загадывали им загадки, поднимали настроение каждому гостю. На втором этаже была расположена зона отдыха. Организаторы мероприятия проводили различные бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Фестиваль Love Bazaar еще не раз откроет свои двери для больших и маленьких гостей праздника.